И всем снова здравствуйте, с вами доктор Зак. И мы продолжаем играть в Pixel Gun 3D. Ну что ж, сегодня я в компашку возьму абсолютно полностью свой арсенал, потому что я, ну, задолбался уже бегать с тем говном. Тем более, что сегодня нас ждет третья глава. Давайте возьмем Бомбини Читакини, я так назвал свою курицу. Возьмем ее. И возьмем другой скин. Во, лидер клана. Красивый скин. Заходим в компанию. Нас ждет пересеченные миры. Итак, первый уровень — болото. Несколько часов спустя. Пойдем, я не могу пройти через этот барьер. Он сделан для существ из этого мира. Простите. Деревья спали. В общем, как всегда. Утопленники из воды, пауки висят на деревьях, оживают деревья. Вообще все зашибись. Все как всегда. Как и сказал этот чувак. Спецки мы возьмем с вами. Мое любимое оружие, которое у меня самое мощное. Чувак, не надо. Привет. Главное еще остерегаться кактусов. Они тут тоже. И не вступать в лаву. Если вступишь в лаву, сдохнешь сразу. Привет. Интересно, где тут монета? Или кристаллик? Может быть, здесь что-то есть? Ух ты! Круто! Юбилей, 100 монет. Круто. Мне это нравится. Лодки, ничего. Мне кажется, что карта какая-то более светлая стала после того, как я монету забрал. Или мне так кажется. Ах ты, вот тупой кактус. Ау, нифига себе, он сносит 10 хп. Серьезно? Они многовато ли для кактуса? Тем более это броня. Воу. На. О, здоров. Деревце. Сдохни. Чё, издеваетесь? Ох ты, господи. С одним выстрелом на изи. Сдохни. Возьмем распределитель плазмы. У меня, кстати, там яйцо доступно. Кто ты? А, понятно. Ничего интересного. Уже то, что у меня уже было.
достать модуль. Не достал до летучей мыши. Вот это то, что мы выбрасываем из обоймы. Оно взрывается. Я вам скажу, бесполезный этот пистолет, этот наемник. На деревьях. С него очень тяжело. О! Нифига себе. Вот это да. Он еще и пауков тут напускал. Японский водоворот. Он прям из могилы вылез. Вау. Берем поджигатель пуканов. Ну нифига себе. Ну хватило. Как раз обоймы. Зашли в портал. Ну, две звезды прошли. Смотри, у него на шее ключ. Я чуть не видел его в битве. Отлично, теперь мы можем попасть в замок. Интересно, волшебник встретит нас с чаем и... Интересно, волшебник нас встретит с чаем и конфетами? Ха-ха-ха, сегодня у меня будут гости. Не думаю. Ну, типа, он понял, что... Таких гостей он не будет ничем угощать. Поэтому сразу отказался от его теплых приемов. Ага, ага, конечно, конечно. Мне интересно, где тут кристаллик? По-моему, уж я его... Ну, монетка. Монетка, вот тут я ее забирал, когда еще проходил игру до видео. Да япона, мать! Сейчас живой несут. Вот эти маги, блин, бесят. И призраки, которые, блин, защищают остальных тем, что становятся невидимыми. А невидимых нельзя пробить и нельзя нанести урон. Ничего, прорвемся. Как-нибудь. 30 врагов осталось. Воу-воу-воу, ни хрена себе, блин, бугай. Получил. Где плюшка? Плюшка мне нужна, плюшка. Плюшка с броней. Плюшек со здоровьем и патронов тут вообще дофига. Плюшек с броней вообще не вижу. Сейчас отрикошетим. Люблю рикошетки и пробивание стен. Тем более, эта рикошетка уж очень крутая. Если выстрелить об стен, то она может довольно долго рикошетить. Причем эта рикошетка тяжелая, из тяжелого отряда. Пуф. Я не помню, как она там называется. Какая-то пушка пришельца. Нифига себе, какой цепной урон пошел. Все горят, абсолютно. А тебе что, не достало? Все, осталось 9 врагов. 7. Насквозь. Так, читаки не бомби, не там гасится. Победите босса. А, это волшебник и его чуваки.
Этим чувакам только в красную точку можно попасть, так по-другому урон не будет проходить. Не-не-не, чувак, не надо. Воу, тихо. Да в смысле? Он что, блин, пробивание стен себе поставил там на своем тупорылом посохе? Да что происходит? Я прям в портал. Ну, это был слишком легкий босс. Не считая урона, который он наносил. Видимо, что урон по зоне у его магии был. Ты побежден, теперь нам нужны ответы, почему весь мир стал квадратным. Наш мир был сделан великим создателем, и он был прекрасен. Но в один самый обыкновенный день возникло странное чудовище, которое преображало все на своем пути. И это зло превратило все в что-то там. Только создатель может сказать, что нужно исправить, и я могу вас отправить к нему. Кубус Блокус Пикс. Наконец мы возвращаемся домой. Не совсем домой, но его оттуда будет видно. Скотина. Ты знаешь, я начинаю привыкать к этой телепортации. О боже, это пришельцы. Ох уж этот волшебник, говорила мне мама, не верь бородатым. Ну реально, скотина, блин. Седая. Взял нас в космос, отправил. Вообще чокнутый. Отомстить нам решил. Тут 25 соперников, серьезно? Чё? С Антонами мы уже встречались. Только они не были такими крутыми, как здесь. Помните? Кто смотрел серию в гостях у Антона, поймут, о чем я. Ух ты! Летающие какие-то глаза. У них мечи темной энергии. Не-не-не, с вот этим оружием нужно быть поосторожней. Потому что если более близко, очень близко к врагу, то может меня откинуть. И откинуть прямо вниз. Ну чё вы там? Где? Идёте? Ух ты, ё-моё! Вы видите, сколько их там они собрались тут ко мне идти в гости? Хотя наоборот, наверное, я к нему в гости пришел. Если бы этот не этот дебил-волшебник. Ого, нифига себе он быстрый. Такой примчался, знаешь. А вот ты где! Такое вообще такси, блин, скоростное. Привет. И пока. Одинокий чувак. Вон там. Все с одной стороны вышли, а он... Давайте его вынесем. Что такое, смотрите, толпа. Смотрите, они все с одинаковым оружием. Только красные с дробовиками. Два дробовика. А эти с пестелями синие. Выносим. Все, победите босса. Это точно Антон! Точно Антон! Тоже мозговистый, только он здесь уже летает. На летающей тарелке. По-любому Антон. Никак иначе. О, Антон! Здоров. Ты, блин, если нанес себе урон от своей же гранаты. Буду его обманывать. О, обмануть его не так-то легко. Он реально с мозгами и дружит.
А нахрена тогда они ему были нужны? На тебе там отрикошетит. Да я хочу, чтобы к нему. О, он вот здесь, блин! Скотина! Оу, откинула как. На! Перезарядки. Давай. Все, вынесли. Так, все, Антон повержен уже во второй раз, и надеюсь, он больше к нам не вернется. Точнее, вернулись мы к нему. А, не он к нам, ну, все равно. Мне идет скафандр. Смотри, тарелка, это наш билет домой. Улетели на землю. Пришельцы! Пришельцы! Ну же придурочные. На летающей тарелке больше никто не может приехать. Прилететь. Мы прилетели на летающей тарелке, а там, где мы заспавнимся, будет вертолет. Да уж. Ну, потому что эту карту, наверное, создали раньше, чем создали третью главу. Ты. Ну, это уж слишком легко, я тебе скажу. О, а можно джетпак? Спасибо. Ага, конечно. Попробуй в меня попасть. Оу. Ну, эти безобидные, в принципе, они эти. Только вот тех чуваков, которые с армагеддонами, их стоит бояться. А эти... И тут было 15, по-моему. Ну, потому что это люди с оружием, как бы. Было бы жестко, если бы, например, те, кто проходит на первых уровнях. Давай, чувак, договоримся. Все, он сдох. Это что такое было? Моя курица только что полетела куда-то. Здорово. Ага, конечно. Своим золотым автоматом, пистолетом. Мне прям интересно, кто тут босс. Потому что, знаете, до того, как я снимал видео, я уже не помню, насколько давно я прошел кампанию. Я уже абсолютно все забыл. Так, там один чувак остался. Здорово. Куда летим? Не-не-не-не-не. Ты мне урон не нанесешь, скотина. Япона, мать. Это же робот. Еще один гаджет. То против нас гаджет-демон сражался. Теперь робот. Господи, он меня сейчас вынесет. Джетпак. Улетаем. Нафиг. Вот же падла. Он сразу такой ускоряется. Он где-то подо мной. Вон он где. Сейчас мы его встретим. Блин. Сейчас. Да он, блин, пока до меня долетит. Он распался прям так. Жестко. Так, давай, джетпак. Уи! Пум! Круто. Ну, это было, ну, слишком легко, я тебе скажу.
Чё дальше? Яху! С этими ранцами мы найдем нужное место за секунду. Смотри, вон он. Я думаю, вы ищете меня. Я великий создатель. Да уж, конечно, такой стрёмный. Я был уже на середине создания чудесной игры, когда допустил критическую ошибку. Из-за этого бага весь код игры начал меняться, и затем весь мир начал свое преображение. У нас все еще есть возможность вернуть все назад, поправить баг в игре. Это все уже начинает меня раздражать. Давай уже разберемся с этим. Кажется, сейчас мы будем сражаться с багом. Ну что, посмотрим. Финал третьей главы. Воу, блин, как рябит. Такое непривычное. Пиксельное все. 35? Вы что, серьезно? Это стоит еще и боссы. Дракон, вон этот тупой волшебник. Этой скотине, блин, отомщу. Он тут и не один японов. В смысле? Ни один клон волшебника. Их тут дохренища. Чё б не сделать всех боссов тут? Ну, только таких прям жестких, мощных. Вместо вот этих вот еще недоростков. Цветы здесь эти зачем? Я бы это не добавлял в этот уровень. Это чтоб бомбило побольше? Или как? И так маги рыгают, стреляют. Так еще и эти рыгают, блин, своими ядовитыми газами. Да блин! Жесть. Нате. Так, здесь мы спустимся. Так, там броник, по-моему. Мне показалось. Во, в смысле? Через стенки. Что, серьезно, что ли? Я понимаю, что их крылья там были видны, ну блин. Я в такой баг убрал. Ну это даже не баг, это читерство. На. Так, монстров осталось 22. В основном это цветы. Как видно, там их до хреня. И больше. Все время какой-то монстр блуждает где-то. Или этот бедняга только заспавнился. Да ёлки-палки. В смысле, граната ничего не сделала? Да блин, прыгай! Нажимаю, блин, не нажимает. Тихо. Гранатка. И ничего не изменилось. Видимо, что слишком слабая граната для этих дебиков. Там цифры всякие. Угу. Я бы сделал так, чтобы какая-то из этих цифр была красная. Все-таки он же сделал баг, критическая ошибка, и какая-то из этих цифр, ну, неправильная, как бы вирусная, да?
единицы, нолики всякие. Тут такая музыка смешная. Все, из врагов остались только вот эти вот медленные черепахи, тортилы. И потом будет босс. Давайте с прицела, чтобы было легче попасть. Угу, конечно. Это прямо в сердце надо стрелять. Этим скотинам. Не. Готов. Готов. Все, два выстрела для этого лоха. Раз. Нифига себе ты... А, мой питомец его. Какой ты смешной чувак. О, не надо тут телепортироваться, блин. Или он собрал умения всех боссов. Если так, то лучше не надо тут мне. Не-не-не-не-не, чувак. Ты как мне сейчас снесешь, блин, там хрен знает сколько. Не, ну это уж слишком как-то легко, слушай. Может быть, как-нибудь выложу видео, где на более сложном уровне пройдем. Где? О! Все. Победа. Как ты смог одолеть меня? Знал лишь ты, что убивая баг, ты сам становишься багом. Ха-ха-ха. Как у него хватило на это сил? Я внутри интернета? Ну что ж, ребят. Мы завершили с вами эту главу. И следующая глава у нас виртуальные миры. Давайте пройдем, попробуем один уровень и будем заканчивать. А почему бы и нет? Сколько я тут? День, месяц, 3 года? Что за... Такой прикольный. Жизнь. Я снова обычный. Ну, видимо, да. Игрок, мне так много нужно тебе рассказать. Вау, какой прикольный этот чувак. Нам приближается армада вражеских дронов. Как же не вовремя. Готовимся к бою, игрок. Нужна твоя помощь. Окей, на нас экзоскелет с фениксами нападает. С киберфениксами. Серьезно? Это армада вражеских тронов? Ну, посмотрим. Ну, шо вы? Воу-воу-воу, не надо тут только. Защищайте генераторы. Как видите, в этой главе даются определенные оружки, и менять их нельзя. Это такие кибер... Кибер-интернет-оружие. Чё тут растанцевался? Снайпа! Сдохни! О-о-о, тихо-тихо, не надо тут так борзеть. Сожрут сейчас к херам мои генераторы.
Не надо тут жрать, скотина. Блин, у меня патронов нет. О, патроны. Что-то какой-то слишком легкий уровень, я тебе скажу. Давай. Перезарядыч. Победите босса. Что, издеваешься? Это босс? Какой-то смешной. Это экзоскелет. Ну да, это экзоскелет, но он смешной такой. Что ты мне хочешь доказать? Ты думаешь, что я тебя не убью? Лох. Ну что ж, ребятки, вот так. Ставим лайки, подписываемся на канал. Увидимся в следующей серии. Нас ждут еще 5 захватывающих уровней в последней на данный момент главе Pixel Gun 3D. Всем всего хорошего и пока-пока.